я думаю, что делают канадская фамилия. Пожалуйста, я большой плавник – это самец. Маленький плавничок, остренький, черненький – это самка. Кстати, по поводу фамилии. Если вы знаете, в Испании дают фамилию такую. Первая идет имя ваше, вторая фамилия идет фамилия папы, потом третье слово идет фамилия мамы, чтобы вы знали, когда вы встречаете, например, испанскую фамилию, обратите внимание, что там два человека, то есть первый идет фамилия папы и второй идет фамилия мамы. Поэтому если два брата, мамы, два разных своих фамилий. Это потом приватность вас интересует. Сейчас, пожалуйста, наслаждайтесь.